Всем доброго времени суток, с вами снова Николай Расулин, участник группы Bloody Dusk Team. Это видео является видео-ответом на вопрос, заданный одним из наших подписчиков, о том, как сделать контрол при помощи новой системы UI для ваших Android-устройств. Также после еще поступило несколько просьб рассказать, как создать определенные вещи при помощи новой системы UI, но ответы на эти вопросы я дам, возможно, в следующем видео, так как вопросы довольно-таки сложные. В плане, как анимировать сам UI, я только покажу, как сделать одну фишку. В частности, просили показать, как сделать интерфейс такой, как для оружия, такой, как в игре Halo. Это я покажу в этом видео, остальное будет, возможно, во второй части. Итак, вот у нас есть создана заранее мною сцена, на которой есть игрок. Я использую стандартный, как видите, FPS-контроллер. Сделал оружие. Сейчас вам покажу, вернее, то, что есть у нас уже. Я сделал стандартный интерфейс для FPS. Ну, как видите, счетчик жизни, патронов. Там счетчик патронов в обойме я сделал на оружие. Как видите, вот уже в игре Halo. И сам прицел, который исчезает, вот видите, по аиму. То есть при прицеливании. Так, тут видите, при помощи UI сделанный счетчик жизни у врагов. И сейчас я покажу вам, как можно сделать нечто подобное, но уже под Android. Итак, первым делом, что мы сделаем, мы скроем наш стандартный UI, который вот сейчас мы видим. Уберем его на оружие, я не буду скрывать. Скрою вам, покажу потом, как его добавить. Так, в автомате, на пистолете, канвас, скрываем. Так, как видите, у нас нет его, что на пистолете, что на автомате. И приступим. Первым делом, что нам нужно сделать, это адаптировать наши скрипты для использование их на мобильных устройствах и использование в них компонентов UI. Первым делом, что нужно сделать, это нужно подключить данную библиотеку, вот эту, под названием Unity Engine UI. Если у вас ее нет, то вы не сможете использовать такие вот функции, как текст, там изображение, canvas и прочее. Нужно добавить во все скрипты данную строчку. И, кстати, я вспомнил, что у Дмитрия есть урок, где он детально объясняет, как использовать этот UI, все его настройки. Если я найду на его канале это видео, то я добавлю ссылку в описании, для того, чтобы вы могли более детально разобраться со всем, так как я покажу именно, как собрать под Android такой вот контрол, без особых объяснений, что для чего, ну, как кнопка за что отвечает. Итак, добавляете вот эту вот библиотеку, да, библиотеку, вот эту Unity Engine UI, и у вас появляются такие вот, ну, например, вот public, там, image. Если у вас не будет этой библиотеки, то и они не будут подсвечиваться, их даже, по-моему, не будет у вас в списке. Добавляйте эту строчку во все скрипты, которые будут использовать UI, вернее, которые будут обращаться к нему. Также, если вы используете свой контрол, то вам обязательно нужно добавить, сейчас найду вам first person. Edit script, загрузить, то вам нужно будет добавить вот такую вот строку Unity Standard Access Cross Platform Input, для того, чтобы появились функции Cross Platform, так как, если вы забыли, то обычный input в случае с мобильными телефонами не работает. Обязательно должен быть Cross Platform Input Manager, и дальше идет уже по стандарту Get Button Down. Так, далее, что нам нужно для того, чтобы мы могли использовать, ну, вернее, как, чтобы по нажатию кнопки происходило какое-то действие,
Ваше действие должно быть заключено в метод. Сейчас, вот тут, first person. Вот, например, switch weapon. Для того, чтобы вы могли взаимодействовать с вашей функцией, то это функция с методом, то этот метод обязательно должен быть публичным. То есть перед каждым методом, к которому вы будете обращаться, нужно дописать паблик. Хотя у нас здесь в апдейте, но апдейт, по-моему, будет все равно доступен по умолчанию. Ну, если что, добавим. Здесь вот, как видите, по нажатию кнопки Q у меня происходит переключение. Ну, посмотрим, будет оно работать или нет. Если что, мы исправим это сразу. Здесь жизни есть. В плеере тоже есть патронные одежды. Вейпон шатон. Для того, чтобы выводить текст, у вас обязательно должна быть переменная с названием. Вот текст, например, у меня идет public integer. Это переменная для общего количества патронов. И сразу же ниже идет public text. Ammo text — это переменная для вот этого текста на экране. Чтобы происходило обновление, в методе start вы должны присвоить вот эту вот переменную ammo переменной text. Только пишите ammo, вот это тип данных integer должен переводиться сразу в стринговый тип данных. Также идет для количества патронов в магазине и для ихнего обновления в методе update вы должны просто скопировать вот эти две строчки. Ну, я обычно делаю отдельный метод, например, вот text update, и закидываю его уже в обычный апдейт. Там, ну, в данном случае у меня fixed update, для того, чтобы обновлялось каждый кадр, по-моему, если не ошибаюсь. Также вот здесь, для того, чтобы мы могли стрелять в методе fire, добавили public, то, о чем я говорил заранее. И думаю, вроде бы все. Если что, вернемся к скриптам позже. А теперь нам нужно создать canvas. Думаю, вы это знаете, что им нужно нажать правой кнопкой мыши, выбрать UI canvas. Вот сейчас мы его увидим. Вот он создался. Для того, чтобы сделать прицел, мы в канвасе, сейчас я перекину все, создам отдельный empty object. Перекину его сюда, чтобы проще было его находить. Наоборот, канвас внутри. Все, только нужно на шемпте поставить в координаты 0,0, чтобы не было смещения на экране. Итак, что нам нужно? Получается, нам необходим текст для отображения количества жизней. Добавляем текст. Тут поставлю 0, и сразу я его изменю размер 25, чтобы было видно. Сделаем так, выберем нужный цвет, поставлю, у нас здесь красный будет, и перемещу его в этот угол. И как вы помните, нужно поставить привязку к одной из сторон. Я поставлю к нижнему левому углу. Дальше я сдублирую, сделаю текст для общего количества патронов. Хотя мы можем схитрить и сделать здесь только жизнь. Ну, сделаем так. Это будет текст один. Здесь напишем просто FP. Точки. Сейчас запустим. Да, вот в нижнем углу все есть. Жизни есть. Теперь нам нужно добавить прицел. Для прицела можно использовать UI image.
Также заранее забыл вам сказать, вы должны подготовить все вот эти вот кнопочки, которые у вас есть. У меня отдельно создаю папку UI, и вот видите прицел с такими настройками, как тип текстуры, спрайт 2D и UI, ну, там спрайт эдитор, если вам надо. Здесь кнопка Fire с такими же настройками, я использую по умолчанию все вот эти текстуры форматом PNG, как вы видите, чтобы не было проблем с прозрачностью. И сейчас будем все это дело закидывать в наш UI. Сразу переименую, чтобы мне было понятнее, где какой элемент. Так, вот наш прицел, сразу его делаем привязку к центру экрана, чтобы он не смещался. Там, если что, мы сместим. Видите, нужно его подвинуть, сделать меньше сразу. Сейчас будем проверять. Так, нужно поднять его немного выше. Переборщил. Все, вот как нужно теперь. Кстати, текст на этот переместим вверх, так как у нас будут кнопки. Здесь поменяем тогда на верхний левый угол. Ориентацию так, надо выше поднять. Итак, теперь добавим наше управление. Я никогда особо не заморачиваюсь над тем, чтобы написать свой контрол. В большинстве случаев использую стандартный, только его модифицирую и сохраняю отдельно префаб. Я уже импортировал этот пакет с cross-platform input, там вы сделаете то же самое, и в стандартных импутах этих можно взять, например, с одним стиком control. А, еще забыл, если у вас такое не отображается, то вам нужно сразу было в build settings перевести, поменять платформу на Android. Я сейчас это сделаю, поставлю видео на паузу, так как это займет продолжительное время, в моем случае, так как уже много ресурсов. Итак, у меня закончился build, как видите, платформу я поменял на Android. У меня также уже лежит подключенный мой девайс Unity Remote. И сейчас мы сделаем следующее, переключим все управление на девайс. Так, эдитор, девайс, и не Android, девайс. Все, теперь контрол будет осуществляться при помощи Android девайса. Так, сейчас я гляну, что у нас тут с канвасами. Так, вот он, дальше мы перекинем сюда его сразу и глянем ровно, да, только ушла. Весь этот канвас ушел слишком низко, да? Нет, нормально. Мы сейчас подымем его немного. Так, все нормально, мы запустим. Все. Так, это все дело происходит из-за того, что неправильно все настроено. И сейчас мы накидаем все кнопки, которые нам нужны. В джойстике мы сразу поменяем текстуру на нашу. Так, вот он, наш джойстик. Постоять. А, это не та кнопка. Там спрыжок. Вот он, джойстик. Сделано, наверное, немного больше. И подвинем. Привязку делать не будем. Здесь у нас кнопка прыжка. Так, прыжка у меня нету. Оставим, наверное, стандартную. Только сделаем текст белым.
красным ее не видно. Почему-то font Arial. Все, кнопка такая у нас будет. Так, стрельба у нас происходит из-за того, что у нас на Fire установлена стрельба. На кнопку, левую кнопку мыши. Сейчас мы будем все это дело исправлять понемногу, но для начала сейчас мы накидаем все-таки все наши кнопки. Так, все-таки джойстику сделаем привязку к левому нижнему, переместим немного сюда, сильно. Она пускает в кнопку, переместим. Пока что сделаем, наверное, так. Привяжем к правой стороне. У нас будет ходьба. Второй джойстик сделаем. Будет сейчас разобраться, как там. Там, по-моему, вот так вот маус. Сейчас заглянем. Edit Project Settings. Input. Смотрим. Маус X, маус Y. Джойстик. Переименуем его джойстик лук. Вот у нас X, у нас будет Y. Сейчас посмотрим. Y. Да, вот он заработал. Не придется заморачиваться. Так. Дальше добавляем, можно это, кстати, переименовать, сделать так, my mobile control FPS, и сейчас мы создадим prefab. Для этого дела, но пока что сохранять не будем. Так, вот получается джойстик у нас, ходьба, обзор, кнопка прыжка, и сейчас добавим еще кнопки аима. Так, вот, добавляем батон раз. Так, привязку по левому сделаем, удалим сразу текст, батон, картинку меняем на, именно на Fire будет, размер задаем, 100 на 100, теперь нам нужна еще кнопка аима, делаем зум, перемещаем, привязываем ее по этому углу и делаем кнопку reload. Надо сделаем так, и мы сейчас переименуем их на fire. Это все нужно для того, чтобы вы легко, ну, могли понять, для чего эта кнопка, так как уже по личному опыту скажу, когда у вас делаете проект и идет UI, там очень много элементов, и порой полчаса уходит на то, чтобы разобраться, где какой. Так, это у нас зум. Это у нас reload.
сделаем, чтобы мы видели, когда не нажатый Press Color поменяем на красный, чтобы было понятно, нажали мы ее или нет. Так, где там у нас Jump Button? Вот Jump Button, тут. Тут нет такой штуки. Ну ладно. Итак, запустим, посмотрим, как у нас все это выглядит. Вот джойстик уезжает. Лук джойстику привязку сюда. Так, точно, да, он. Так, надо подвинуть кнопки эти, слегка неудобно. И сделать джойстик наш побольше, все-таки на 100. На 100, а этот тоже 100 на 100. Так, обзор работает. Теперь мы как сделаем? Нужно изменить наш скрипт Weapon Shot. Меняем. Так, здесь в апдейте можно это сразу закомментировать. Сделаем так сейчас. Ставим большой коммент. И вот, как вы видите, у нас метод стрельбы публичный. Метод перезарядки публичный. Берем. Выделяем наш UI. Здесь у нас mobile joystick button fire. Нажимаем здесь вот on click плюсик, run only. Выбираем наш FPS control. А, еще забыли switch weapon сделать, но сейчас сделаем. Получается, выбираем вот этот объект reset bool, на котором висит наш скрипт, и перемещаем вот сюда в ячейку reset bool. Здесь функциях выбираем weapon shot, и будет вот наш метод fire. Нажимаем на него. Сейчас, если нажать на экран, ничего не происходит, но если нажать на fire, ну так как там стоит темп стрельбы, ну, будет этот с темпом стрелять. Если мы уберем темп, например, сейчас Counter time, по-моему. Если вот так вот сделаем комментарии, это скобка отсюда, ну, сохраним, перекомпилим. Сейчас подождем, чтобы не было ошибок, ничего не произошло. Сейчас, по идее, должны стрелять по именно нажатию. То есть, с какой скоростью вы нажимаете, с такой он и стреляет. Ну а так, чтобы по нажатию стрелять, то надо исправлять темп. Сейчас мы вернем все как было с темпом и исправим. Так, автомат, reset pool, темп стоит 0.1, delay time, если поставить сюда 0. Я просто в проекте ACK делал, просто убирал темп. Ну, как видите, все равно по нажатию срабатывает. Не знаю, как темп сделать, надо посидеть, подумать. Так, ходьба работает. Сейчас мы добавим на наш автомат UI для того, чтобы видеть, сколько у нас патронов, и потом реализуем перезарядку по нажатию на кнопку. Для того, чтобы сделать такой вот интерфейс, как в игре Halo, нужно на нашем объекте, в данном случае на автомате, создать canvas. И здесь все просто поменять вот функции в этой canvas, вот render mode, со screen space overlay на world space. И после этого вы сможете переместить его
Вот тут вы видите этот прямоугольник, это и есть наш канвас. Отрегулировать его размер и работать с ним точно так же, как и с обычным канвасом. Вот мы добавляем сейчас текст. Сделаем текст наш синим. Вот видите текст, мы поставим сейчас 0 по центру, тут тоже по центру, и поставим так, как нам это нужно. Размер мы, конечно же, сделаем меньше, 80 на 80, и немного под углом. Так пойдет. Сейчас мы на раз таки исправим, поставим канвас текст только глобальный. Так вот сделаем, сейчас глянем, это у нас будет для счетчика патронов в магазине. А так напишем клип. А второй текст напишем просто «Анна». Так вот сделаем рядом его с собой, чтобы было понятно. И у меня здесь в методе оружия, в скрипте оружия есть вот пункты, я уже вам показывал, а текст ammo это для всего БК нашего автомата, а именно, а это для БК тех патронов, которые в магазине. Эти функции переменные, вот наш скрипт с оружием, вот они, ammo текст, этот помещаем наш текст клип сюда, все ammo сюда. Запускаем. И вот как вы видите, вот 320 это весь БК и БК в магазине. Я сейчас, если будем стрелять, но почему-то не обновляется. Так. Фиксит. А если я текст. Текст апдейт. Текст апдейт у нас был. А, я его закомментил случайно. Ну ладно, сейчас сюда допишем еще раз. Текст апдейт. Сейчас компилируется наш скрипт. Заодно сейчас поправлю данный текст. Подниму немного выше. Вот так вот сделаем. Запускаем. И все, вот он. Сейчас мы сделаем reload и будет изменяться, и при релоуде общее количество БК. Так, где наш вот button reload, тоже обратно плюсик, перемещаем наш reset pool, обратно смотрим waypoint shot, и вот наш метод reload. Сейчас мы отстреляем весь БК, и затем мы перезарядимся. Сейчас я выберу цель, возьму наш девайс, на девайсе попробуем это сделать. Подойдем ближе. Вот как видите, вот моя мышка, я перемещаю ее, чтобы вы видели, что я делаю это на девайсе. На сейф шутеров нам и бить. Не попадаю. Ну, это надо настраивать. Этот кросс-холл. О, попал. Вот, видите, 8 патронов. 3. 0. Нажимаем на reload, добавилось, и там изменилось значение, как вы видите, вот
290 стало сейчас еще раз. Так, джамп работает. А зоны еще не работает. Так, все, релоуд работает. А, так, релоуд. Теперь у нас остался зум. Добавляем обратно ресетбу. Выполнен. Так, зум. Ага, зум у нас. Подождите, сейчас глянем, на каком у нас объекте. А вот он висит. Не тот объект добавил. Так, потом зум. Здесь автомат. Функция aim waypoint, через скрипт aim waypoint и функция, так, бам-бам-бам, сейчас глянем, похоже, я не сделаю публичной aim waypoint, update, да, все-таки, а это java, не тот скрипт, switch first person, и, похоже, не открыт сейчас. Откроем. Открываем. Да, перезапустить. Вейпон смотрим. Так, Fire Update, Fire 2. Сейчас создадим. Или просто сделаем публичным апдейт паблик. Будет апдейт, чтобы не тратить время. Так, наш button zoom. Здесь функция aim waypoint. Апдейт. Сейчас проверим. Не работает. Тогда придется делать методом. Тогда берем. Это все дело. А, придется, наверное, переделывать полностью. Ну ладно, я покажу зум, а там, если что, можно будет его легко модифицировать. Так, это у нас кончается апдейт. Public void. Зум. И скопируем вот это вот дело сюда. Также мы, так, компилируется наш скрипт. Мы должны еще добавить к автомату. Автомату сейчас мы посмотрим. Было. Где же он был? Во имя, что ли? Да, вот он, наш кроссхол должны добавить, чтобы он исчезал во время прицеливания. Так, скомпилировалось. Так, Reload Zoom. Не апдейт уже, а вот Zoom. Просто в таком варианте, как у меня прописанный, он не хочет почему-то. Почему? Ну, я думаю, вы поняли смысл, как добавлять. Я не хочу сейчас сидеть разбираться, потому что видео и так уже выходит очень длинным. Но вы поняли. Метод switch точно же так же будет делаться. Так, у нас почти готовый UI. Сейчас я вам покажу то, что я тестировать его сейчас буду на своем девайсе. Итак, вот у меня вот мой девайс подключенный к всему. Вот, как в прошлом видео, я, кстати, скину вам ссылку в описании тоже к видео о том, как пользоваться Unity Remote на китайских девайсах. И сейчас мы запустим то, что мы здесь наделали на протяжении всего видео.
Вот оно, как вы видите, отображается все на телефоне, почти точно так же, как и будет в готовом проекте. И вот сейчас я буду управлять именно из своего девайса. Конечно, на ремоуте не очень хорошо управлять, но что поделать. Кстати, мы не добавили ХП. Сейчас это исправим. Так вот, наше ХП там, конечно, маленький баг, так как я в скрипте в самом прописал весь текст. Сейчас мы попробуем подняться вверх. Там у меня есть специальная зона с нанесением урона и протестировать. Отнимаются. Идем. Вперед, здесь остановились. Так. Все, перезарядка работает, жизнь работает, так что думаю, я хоть как-то вам смог объяснить и дать ответ на вопрос, как собрать контрол при помощи нового UI. Думаю, на этом можно закончить. До скорых встреч. Пока. Также не забудьте подписаться на нашу группу ВКонтакте, на мой канал на YouTube и скачать первый наш проект ACK для вашего мобильного устройства из Google Play. Ссылку на него я дам ниже.